Здравствуйте, а можно мне пиццу заказать? Что? Ты пиццу захотела? А не хочешь ли ты пиццу из самой себя? А, что? Из самой себя? Нет, я уже не хочу, я пошла. Нет, я тебя так просто не отпущу. Да я тебя отпущу, если ты только пройдешь квест. И только тогда ты останешься цела. А, ладно. Ладно, я иду уже. Да, а, кстати, а где тут, как бы, чувак, который мне сказал то, что будешь ли ты пиццу из самой себя? Ладно, хорошо. А, давайте тогда я пойду сюда, так, ладненько. А, вернись назад, я возвращаюсь. Кто там? Вроде бы никого нет. Ладно, хорошо, я тогда иду вот сюда. А, так, что здесь есть? О, экзит, блин, я выйти хочу. Ай, блин, придется мне проходить по-настоящему этот квест. Так, это что, у нас лифт? Ладно, хорошо, давайте спускаемся. О, смотрите, и ребята вместе со мной спускаются. Интересно, они мне будут помогать? Так. О, что это такое? Вы только посмотрите. О, боже, вы только посмотрите, что с людьми становится. Ой, блин, там мои волосы летают. Блин, конечно, жесть. А, ладно, я уж лучше побыстрее квест начну проходить. Потому что мне что-то не нравится. Так. Иди прямо сейчас. Он здесь. Так, он здесь. И где же он? Блин, конечно, меня эти человечки пугают, как они просто летают. Ладно. Ого, вы только посмотрите, капканы. И вот зачем этому чувачку, наверное, может быть, шеф-повару, вот просто вот такое? Мне кажется, я знаю зачем. Чтобы он сделал много пиц. Ну, конечно, мне бы интересно было бы узнать себя на вкус, но не настолько, блин, что это. Так, давайте пропрыгаю. О, здесь меня Милка ждет. Прикольно. Я хочу увидеть тебя. О, что это за свет? Блин. Не страшно. Кто это? А ну-ка иди сюда. А успеешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды. 3, 2, 1. Молодец. Ага, блин, прикольно, конечно. Вы видели просто, как он быстро к нам подошел. Так, мне нужно идти, наверное, сюда. Я иду за тобой. Не надо за мной идти. Блин. Куда же мне идти? А, так, пицца, так, и... О, Люк, давайте прыгаем сюда. О, смотрите, я где-то оказалась. Ого, и где это я? Слушайте, я выпала оттуда. Блин, вы видели, как он просто бежал за мной? Может быть... Он захотел что-нибудь мне сделать? Можем приготовить пиццу? Да, ну ладно, не знаю. О, что это такое? Мы что, в канализации? Зачем? Неужели на такой квест сложный? Блин, ой, я упала. О, ну хорошо, что здесь есть хоть выход отсюда. Эй, чувачок, иди туда! Просто проходи быстрее квест, пока он за тобой не прибежал. А что, он может реально прийти за нами? Конечно! Он может прийти за тобой, поэтому быстрее беги! Так, ну вроде бы он не бежит, поэтому я бегу скорей. А, куда надо? Так, проходим сюда, вот сюда. Так, ладно, идем. По трубам? Блин, мне, конечно, не нравится идти сюда. Ой, блин, мне так страшно смотреть вниз. Главное не смотреть вниз. Это самое главное. Я же не хочу, чтобы из меня просто пиццу какую-нибудь приготовили. Кстати, я не хочу, чтобы из меня пиццу готовили. Кто там сказал, что не хочет, чтобы из нее пиццу готовили? Это не я, блин, я никого не видела. Ты все видела, дорогуша? Я ж знаю, что это ты. А ну-ка быстрее проходи квест. Я за тобой слежу всеми глазами. Блин, ладно, все, я побежала. Ой, блин, вы только посмотрите на этих людей. А с тобой все хорошо, тебе помочь? Нет, ты лучше проходи квест. А то из тебя пиццу приготовят. Блин, ну это же классно, когда из тебя пиццу готовят. Только бедные люди, я тоже хочу на паутину. Блин, мне так не получается. Я бы сама хотела бы повисеть на паутине, хотя тебя не кормят. Нет, не хочу уже. Что это такое? Ну, я же не хочу стать паутинкой. Стоп, что это за дыра? Как мне через нее пройти аккуратненько? Блин, все равно никак не получилось. И я все равно оказалась именно здесь. Блин, это мне, конечно, мне не нравится. Вы только посмотрите, где вообще я нахожусь. Да, может быть, как-нибудь пропрыгать наверх. Я хочу наверх. Я хочу на выход. Я же вижу, что там выход. Ай, ну ладно. Придется мне идти посюда.
Ой, что? Вы только посмотрите, что это за какие-то шипы? Вообще, что это за шипы? Я не понимаю, зачем они вообще здесь нужны? А, так, а что будет, если я наступлю? Ой, блин! Ну, в принципе... Я на самом деле не думала, что так может произойти. Главное, не задеть эту плиту. Главное, не задеть эту плитку, боже мой. Я испугалась даже немножечко. Ладно, хорошо, давайте тогда вот так вот пройдем. Аккуратненько, главное, ничего не задеть. Я не паркурист. Но я это прошла. Боже, как это вообще возможно? Стоп, что это за труба? Может быть, это труба ведет... Ведет к выходу? А может, туда нужно упасть? Нет, это была плохая идея, чтобы я прошла именно сюда. Ладно, хорошо, тогда мне лучше просто идти вот сюда. И, знаете, здесь очень как бы легко упасть, то есть если упадешь, начнешь все сначала. Да, это, конечно, не очень хорошо. Ладно, хорошо, давайте просто пропрыгаем быстренько. И главное, чтобы мы не упали, потому что я очень боюсь высоты. Просто не представляете, как я боюсь высоты, просто не могу даже описать словами. Поднимайся. Поднимайся, боже, я вижу какие-то надписи. Поднимайся, поднимайся, поднимайся. Стоп, что? Что это вообще такое? Что это вообще за дым какой-то? Только посмотрите, здесь все в дыму каком-то. Да, мне, конечно, это не нравится. И после меня остаются какие-то пятна. Блин, это мне не нравится, ладно. Так, главное мне так же не упасть. И я, потому что если я упаду, то, может быть, я превращусь в какую-нибудь... не знаю, может быть, в какую-нибудь пиццу? Блин, не хочу я в пиццу превратиться, поэтому... Причем пиццу из себя. Да, это худшее. Может быть, я и бы хотел... Так, он здесь. В смысле, где он? Где он? Я не вижу. Так, ладно, я... О, смотрите, здесь когда-то, наверное, был праздник. Блин, классно. Может быть, я колпачок возьму? Тоже праздник отмечу. Что это случилось? Где я? А ну-ка, иди сюда, здесь нет никакого праздника. Эй, ты что за мной гонишься? Ну все, ты попался. В смысле, я попалась? Блин, мне это, конечно, не нравится. Хорошо, ладно. Так, главное, куда же нужно идти? Походу, туда, куда девочка прошла. Давайте, просто аккуратненько, быстренько бежим. А, нет. А ну-ка, иди сюда, я все равно тебя догоню. Ладно. Блин, немножечко осталось до канализации, я бы просто бы ушла от этого бы... монстра, не знаю. Давайте просто по этой части будем идти, и тогда мы сможем пробраться. Кто же там хочет пиццу из себя сделать? Это ты, я знаю. Нет, не хочу. Ой, как же я быстро от него все-таки справилась. И быстренько, естественно, убежала. Так, вы только посмотрите. Здесь написано. Ты не пройдешь квест. В смысле не пройду? Я еще как пройду. Вы увидите. А, ну, ладно, на самом деле, просто нам нужно пропрыгать. Давайте, опля. Прыгаем. Сколько же здесь людей? Наверное, все хотят пиццу превратить. Ой, точнее, здесь хотели все пиццу поесть, а не пиццу из себя сделать. Да, конечно. Вроде бы... Кстати, вы ели итальянскую пиццу? Я, например, ела, она очень вкусная. Как вам, кстати, на вкус? Да, мне очень интересно это разузнать. Вдруг что? Да, конечно, лазеры здесь еще. Вот зачем здесь находятся вообще лазеры? Не понимаю. А ну-ка, вернись обратно. В смысле, вернись обратно? Ладно. Тогда я лучше пройду аккуратненько сюда. Что это? Кто это? Боже мой, вы только посмотрите. Это как, знаете, висят какие-то... Даже не знаю кто. Найди что-то там. Ладно. Как мне открыть дверь? Как мне выбраться? Алло. Алло, дверь, открывайтесь. Блин, это как, знаете, висит какое-то мясо. Но это на самом деле... О! Никого нет. Смотрите, у этого чувачка есть лом. Я у него забрала. А где этот лом? Давайте посмотрим в рюкзачке. В рюкзаке у нас тоже нет. Тогда, может быть, мы сможем с помощью лома открыть эти двери? Давайте попробуем. И так. О, спасибо тот чувачок, который нам дал лом. Мы теперь сможем пробраться дальше. Так, хорошо, здесь у нас опять лифт. У нас опять встретился этот лифт. Сколько же здесь лифтов уже было? Да, ладно, хорошо. Так, о, мы поднимаемся наверх, а я думала, мы спускаемся как бы вниз. Надеюсь, что здесь иностранных разных фраз уже не будет, потому что я не хочу сделать из себя пиццей. Боже. Ну, интересно, ну, если даже я сделаю с пиццей, то надеюсь, что она будет вкусная. Хотя бы хоть один плюс есть, чтобы она была вкусная. Так, ладно, сейчас нам нужно пробраться сюда. Так, о, боже, вот этого я, конечно, не хотела. Так, и что нам нужно делать? Хорошо, проходим быстренько, супер быстро.
Ну, я практически быстро пробралась. Так, сейчас точно быстро смогу. О, вы видели? Прям за мной. Давайте, сейчас будет. И давайте. Ран. О, прям за мной это было. Видели? Да, конечно, это было очень опасно. Курица. В смысле, я не курица, алло. Я вообще-то не курица. А, курица там. Ну, я хочу курицу поесть. О, боже. Да, ну, сейчас я точно курицу не хочу поесть. Только посмотрите, что здесь творится. Помоги мне. В смысле, а мне это даже нравится, проходить этот квест. Он такой, на самом деле, классный. Поэтому давайте я пройду вот аккуратненько, конечно. Но, конечно, меня шипы немножечко удивляют. Поэтому давайте быстренько по трубам пробежимся, чтобы мы этот квест прошли. Да, ну, на самом деле... О, я даже не прошла, но я оказалась наверху. Блин, это круто. Но сейчас, наоборот, самое сложное, смотрите. Оно вот это как раз-таки сложное. Потому что оно быстренько идет вот так вот. Опля. Блин, я не допрыгнула, я уже второй раз. У меня просто второй раз не получается. Поэтому давайте еще раз вот так прыгаем. Здесь нужно быстренько. Боже, меня эти части людей просто удивляют. Ой, боже мой, они меня сбивают, боже. Мне нужно как-то прыгать вот так, чтобы... Они меня, кстати, только что чуть не сбили. Да, это, конечно, минус. Минус просто всему и... Я была просто близко. Так, я наверху? Нет, я, к сожалению, не наверху. Так, давайте аккуратненько, быстренько проходим. Как, конечно, как мне быстро пройти? Я не понимаю. Главное, чтобы я еще раз части тела не... Ой, боже мой. Я только что просто над ними пропрыгнула. Это, конечно, повезло. Так. Запрыгни туда. В смысле, запрыгни туда? Ой, боже, смотрите, там лава. Но я не хочу испечься, но это, походу, ловушка. Ладно, придется не запрыгнуть сюда. И мы опускаемся куда-то. Нет. Ну ладно, сейчас я стану пирожочком. Хоть бы я не стал пирожочком. И... О, смотрите, это выход. Классно. Так. Оу. Я стал пирожочком. Ну ладно, на самом деле нет. Меня почему-то телепортировало сюда. Но здесь еще больше лавы. Хорошо, давайте быстрее проходить этот квест. Потому что я хочу уже домой. Мне уже здесь надоело быть, на самом деле. Я уже хочу нормальной еды. Пельмешек там на всяких. Борщика, конечно же, хочу. А не вот это уже пиццы. Хотел просто полакомить себя пиццей. А здесь такое. И квест еще мне заставили проходить. И еще по каким-то трубам проходить. Боже, вообще, ужас. Он здесь. В смысле? А, пройти посюда. А что вы говорите, что он здесь? Ну ладно. В общем, я не хочу... А так, выход. Выход? Серьезно? Выход? Что так, просто? Ладно, хорошо, я выхожу. Реально? Беги домой. В смысле? О, смотрите, пиццерия. Ну, наконец-таки я все-таки выбралась отсюда. Блин, как же классно. Ну, только дом у меня за лесом. Да, ну, конечно, вот и та самая пиццерия. Ну, все, прощай, прощай всем. Скоро будет классно. А что все потемнело-то? Где я вообще? А ну-ка, иди сюда, ты не вернешься домой. Ты будешь есть мою пиццу. Блин, ну я же не ожидала, что он может быть в лесу. Блин, ну ладно, хорошо. Допустим, что... Давайте по той же методике. Смотрите, там что-то в лесу, я вижу что-то фиолетовое. Вот там может быть как раз-таки выход. Ну хотя... Не знаю, давайте, в общем, я вот здесь буду проходить. Может быть, мне это хоть как-то, как-нибудь поможет. Так, я увижу его глаза через метр. А ну-ка, иди сюда. Блин, он как раз-таки оказался в правом как-то... Я не знаю... В общем, мне нужно идти по левой, думаю. Поэтому давайте идем сюда и аккуратненько. Блин, меня эти звуки раздражают, когда он так бежит за тобой, и ты не знаешь, где он на самом деле. Может быть, он сзади меня? О, нет, я не сзади тебя, я был за деревом, испугать тебя решил. Да, конечно, это не дело, ни справа, ни слева у меня не получается. Давайте я просто пробегусь прямо. Так, я сейчас буду супербейном, который пробегает быстро. Так, не кажется ли он за деревом? О, он только что застрял, у меня есть шанс. Подождите, у меня есть шанс. И так, нет, он рядом, нет. Мне же немножко осталось, блин. Это было почти, но из-за того, что я не знала, как мне перепрыгнуть.
Просто не получилось. Знаете, лучший лайфхак. Просто когда ты видишь, просто заворачивать под дерево, но... Вся проблема в том, что я даже не знаю, где что находится. Давайте осмотримся. Там вроде бы ничего нет. Ну как, где я была? Там ничего нет. Должны же быть какие-то коробки, что ли, чтобы я поднялась как-нибудь. Так как я ничего вообще не вижу, абсолютно ничего, просто бежим. Будем с каждым разом как-то изучать территорию хоть как-нибудь. Так, пробегаем. Быстренько. Ну и где же этот монстр? Так, надеюсь, что не сзади меня. Так, пробегаем. И... Неужели я выбралась? Ну, наконец-таки. Я выбралась от этого монстра. А ну-ка. Ну чё, понял? Я вышла. И, естественно, я не стала никакой пиццей, что это очень даже круто. И я прошла этот квест. Я теперь могу идти домой, но я уже заглянула на площадку. Можно здесь поиграть. А что это такое? Ну ладно. Какая-то странная, а здесь качелька. Ой, как мне весело. Блин, классно, только одному здесь скучновато, но в принципе нормально. Ставь лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал и жмякайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока переходите смотреть следующее мое видео. Увидимся там.